От раскройки до упаковки губернатору Михаилу Юревичу показывают каждый шаг в производстве обуви. Детские сандали, модные туфли и сапоги от продукции конкурентов отличаются надежностью. Каждой пары может хватить не на один сезон, а технология производства зимней линейки разработана с поправкой на суровую погоду. Ни один китайское предприятие не знает, что такое настоящая зима. Ну, когда вот минус 30, когда ты выходишь из дома, у тебя ноги сразу замерзли и там сопли потекли. А им не понять, почему кожа должна быть толстая, почему мех, почему подошва. Зиля Ширхайдарова еще 20 лет назад изучила все тонкости производства удобной и качественной обуви. Миллиметр за миллиметром прокладывает строчки. Приходит с достойного цеха заготовка. На заготовке заготовка обрабатывается по краям, делается по лекалам наметки, наметывается линии, по ним и шьем. Именно в таких специалистах и грамотном руководстве секрет успеха фабрики. Производство 3 миллиона пар в год. 400 собственных магазинов по всей стране. И это не предел, уверен глава региона. Перевооружить старую советскую фабрику до того уровня, на котором она сейчас находится, это просто современное по мировым меркам производство. Вы посмотрите, здесь же сложнейшее производство. И наши предприниматели, конечно, познали все тонкости обувного производства, соответствующие, да, лучшим мировым стандартам. То есть на одном языке говорят с итальянскими обувщиками, там, с европейскими обувщиками. Губернатору преподнесли изящный подарок – золотую туфельку. Этот сувенир – символ ювелирной работы южноуральских обувщиков. А еще знак успешного развития легкой промышленности на Южном Урале.